Ну, были пьяницы, президенты, было все, ну, более все сделали. Страна была достаточно, ну, как они могли, который человек с трибуны, где не говорит, говорит, мы братья, мы должны объединиться, мы то и это сделать. Это какой-то хамелеон, я не понимаю всего этого. Или это, то, что говорят, политика, это неблагодарная вещь, говорят одно, делают другое. Ну, я вообще не понимаю, что нужно сделать, чтобы сюда стрелять с ракетами, убивать людей. Что, что, ну, что нужно? Мы кого-то напали, мы кому-то предали, мы что-то сделали такое. И это гнетет. Каждый день оно гнетет. И у меня, переживаете сильно? Я еще переживаю, но у меня жена очень переживает, дети переживают. Ну что, жизнь какая-то уже прожита достаточно. Почему сейчас лето, дети должны отдыхать, и мы себя загоняем этими всеми делами, этими ракетами. Слава Богу, что как-то более не менее все стало. Есть армия, есть люди, есть мотива. Я одному человеку сказал, мы не армяне, не грузины, вы не бывайте, это Украина. И потому здесь все мы выигрывали за счет характера.